Всем привет, друзья! Сегодня у нас в обзоре выравниватель для плитки с AliExpress. Приходит вот такой вот наборчик. Здесь 50 штук выравнивателей. Сейчас я покажу, как это все работает. Ссылка, как обычно, в описании к видео. Значит, что такое выравниватель для плитки? Очень хорошая вещь для тех, кто собрался класть плитку дома. Сам, не знаю, первый раз он ложит или не первый, но этот инструмент очень хорошо помогает. Знаете, есть такие маленькие крестики для того, чтобы выравнивать плитку. Их много где используют. Это раньше была такая технология, сейчас технология новая. Заказываете, значит, такие вот выравниватели, плюс в комплекте идет ключ для того, чтобы поворачивать эти вот штучки. Они проворачиваются, как видите. И устанавливаете, допустим, плитку. Дальше засовываете этот выравниватель под плитку. Ставите вот таким вот образом. Все, она вниз у вас уйдет. И потом этим ключом сначала подкручиваете вручную. Для того, чтобы плитка выровнялась. И потом, если требуется, подводите ключом. Все, плитка выровняется. И зафиксируется. И так далее. Все, после этого поворачиваем ключ и вытаскиваем. Вот он, вблизи выглядит вот так. После этого ваша плитка будет лежать ровно. И никаких таких вот волнистых бугорков у вас не будет. Вот, собственно, и все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.